Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии за Кри Sid Meier's Civilization 6. Если вы не видели первую серию, рекомендую перейти к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше начинать смотреть с самого начала. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Русский, слушай, а дай мне пройти вот по дороге, где твой военный лагерь имеется? Нам нет, надо, чтобы нет, они как можно дольше между собой воевали, поэтому мы будем топку войны подкидывать с денежки. Выше нет. Чтобы они ярче горели. Гори ярко. Война. Все так в жизни. Я думаю, недолго. Из лагеря военного, если можно, я не могу перешагнуть через тебя. Я городов твоих пока не вижу. Смотри, там сильно глубоко не заходи. А так и я... Ладно, забей, я не могу на лагерь. Скажи... Слушай, ну логично, что ты не можешь на него наступить. Скажи, возле бананов справа наверх клетка есть проход? Да. Отлично. Значит, я там пойду. Там сейчас перс проходит. Смотри, что-то вы захотели поразведывать мою территорию, да, ребят? Потому что надо караваны к тебе отправлять ради союза. Иначе смысл... Ну да, да. Я даю, например, ни одного твоего города. А, все так плохо, окей. Не понимаю, что это... Нормально? Да, ну, вроде я дал 100. Думал, что чуть-чуть. Так, гильдия. Так, что там с деньгой, Соло? Так, попроси. И дальше идем в дипломатическую службу. А потом торговую республику. Прости, я все верну тебе. И, ой, хорошо за криво развиваться, да. Приятно. А не 100 я брал у тебя? Дважды по 100. Дважды? Нет, я один раз 100 брал. Я один раз 100 был, у меня было 208 монет, я без наемника попал 4. Блин. Ну дай мне 10, просто 100 верну. Я тебе построил, дай мне 200. Случайно торговца здесь, хотя отклад... Ну тут, конечно, кампус и так офигительно построится, тут куча сейчас производства придет, но... Сейчас тебе верну 100. Жалко. Инвитус, зачем ты Англии деньги даешь? Объясни мне. Ты хочешь, чтобы он заплатил Америку? Ну, понимаешь, вот, понимаю, если бы был бы игрок, который не был бонусов у него, я был в золотом веке, он был в темном, с двумя карточками. Он остался на его континенте. Как бы, ну, и он мне дал 100 монет, и то, 100 монет у меня были, ну, я подождал бы 2 хода, какая разница. Я сейчас ничего не понял. В смысле, какая разница? Зачем тебе вообще деньги дают? Он мне все отдал уже. Даже больше, чем взял. Видишь, это банк, обычный банк. Швейцария только еще не вышла. Ее вообще не будет. Швейцария будет не Швейцария. Слушай, ну ты вот пришел своим прачником, вот ты же сказал, я посмотрю территорию, и сам стоишь, что ты не мешаешь. Кстати, да, блин, я не успеваю ходить просто, к сожалению, извини. Че так? Ты стоишь, занимаешь проход, типа я туда что-то собираю. Я могу, можно пройти вот туда повыше? Мне вообще надо прачников апнуть на самом деле. Питер увидишь, и потом вали оттуда нафиг. Вперед, союзы. Так, что мы тут построим? Нет, чеченицу. Кстати, чеченицу в Маскатео можно попробовать. А?
В смысле? Что случилось? Что я тебя послал? Я что-то не понял. Я строил правительственную площадь. Она у меня была. Где она? Ты уверен, что она у тебя была? Да, я в городе строил площадь. Я еще покупал клетку, помню, 45. Ну и где она? Нет. Мистика. Города-государства хотят. Стокгольм. Озарение для военной инженерии. Торговец. Арбалетчик. Британец, держи свои кораблики подальше от машиностроения озарения. Ну вот машиностроение озарения и арбалетчик. Я знаю. А что религию больше никто не хочет основать? Судя по гробовой тишине, никто. Так, давайте подумаем. Промышленную площадь. Вот тут вот все вокруг будет в шахтах, да? Значит, промышленную площадь давайте тут ставить. Я могу тебе отдать вот так. Нифига, у тебя здесь уже стольно русский. Да, столица поменяла сильно глубоко. Попуя, ну просто. Да, места Хисипик, конечно, очень крут. Ну там. Будем сегодня этим. Пираты Карибского моря. Ты по пиратству, по пиратству я тебе. Может, театральную площадь на казаках. Где-нибудь поставить или развлекательный комплекс. Слишком далеко. Русский, я, короче, предлагаю, я вот тебе Ярославу не жгу, а ты мне даешь 400 голды. Нет. Ну, ладно. Ну, во-первых, потому что у меня ее нет, а во-вторых, потому что с чего вдруг? Ну, я сейчас войска подтяну, просто у меня есть армия, и готов его защищать. Ну, хорошо, защищай. Ну, то есть нет. Ну, в смысле, конечно, нет, ты что, прикалываешься, что ли? Ладно. А я дело предложил. Я понял. Перетягиваем, короче, туда. Всех лучников, которые есть. Я открою секрет. Каравеллы от лучников получают очень-очень-очень-очень. Ну, не то, что лучники, тут арбалетчики уже, поэтому. И арбалетчики, тем более. Good luck. Так, тут надо все в фермах делать. Так, у нас по культуре 130. Союзнички, если Англия на меня нападет, подкиньте мне денежек чуть-чуть. Я бы подкинул. Очевидно, придется, да. Чего очевидно придется, я собираюсь. В смысле не собираюсь? Он тут уже каравеллами плавает своими, ищет. Ищет и ждет возможности напасть. Всего лишь маленький каравелл. Так. Я так понимаю, союзиться со мной никто не будет. Слушай, ну ты себя так ведешь, с тобой не то что союз, тебе сейчас всю войну пообъявляют, короче. А как? Я просто... Ну это нормальная практика, когда человек играет за морскую нацию, приплывает, предлагает. Да, угрожать разграблением города. Абсолютно нормальная практика. Ну а почему бы нет? А зачем я тогда эти корабли строил? Так? Да ну хрен тебя знает, зачем ты их строил. Он не логичный. Так, собственно, по городам пройтись. Зато веселая игра, так бы домики все сидели, строили.
О, здесь уже расти некуда. Так. Пипикисисе. Ну, без вырубки уже в этот раз поставим тут кампус. Так, а тут давайте попробуем таки ученицу. Виктус, а ты на кого-то нападаешь? Я пока забираю гешку. Алексей хватит, Алексей. Хорошо. Что? Мне на мощь 75. А я ж говорю, как бы там американец должен был его забирать. Ну, у меня просто все не апнуто, ничего. Да нет, там вообще нет. Он со мной союз заключил такой выгодный. Все, думаю, теперь хорошо его. 175, это где-то 4 разведчика, это. Две дубины. А зачем ему что-то делать? Там он союз заключил. Со мной у него дружба, я на него нападать не буду, потому что ты напал. Я буду с тобой воевать до конца. И все, весело будет. Нет, я же... Леша помогал, я против него пойду, нет. Леша помогал тебе. Вот это поворот. Вот это поворот. Да. Он со мной не воевал, он мне этим помог. Если бы он спиндарил, можно бы сразу было выходить. Вот так Лёша дипломатическую победу одержал. А? Тот осилитру... Так Лёша дипломатическую победу. Да нет, меня уже сломал. Вот денег только нет. Не хватило на 25. Промышленную зону. Что они тут пробивают? Не очень. Здесь нет, тут от Пипикисиса лучше ставить тогда промышленную зону. Ну вот здесь, тут будет. Да, можно тут ставить. Тут еще два этих будет. Так, амфитеатр. Кто-то может денег в долг дать, чтобы я проапал лучников в арбалетчиков? Буквально там 60 голды где-то. У меня всего одни не апнутые остались. Союзники. Союзники помогут тебе. Кто это говорит? Это говорит русский. Потому что англичанин собрался сжечь мой город. Бонус соседства Кармус. Кампуса, наверное, можно. Поищи там просто к намам, не знаю, справа посмотри там. Кнопочки понажимай. Спасибо, мне китаец помог. Грек. Можно было не озвучивать. Так. А может я обманул? Производство, соседство, кампус. Кто-то сможет проверить. Блин, ну жалко, придется убирать строителей пока. 122. Обалдеть. 122 науки. Я друг другу помогаю, кроме бедной Англии. Так, ну надо ставить, наверное. Бедная Англия, а угрожа ходит. Коляски начинают на строить. Чего же и в общем-то танками сносить. Ну, так это нормально. Да посмотри на его территорию, ему здесь вообще... Ну или готовиться, потому что они на меня нападут. Да видишь, у меня тут просто плато просто. Ну если грузь не бери, я же тебе сказал, что собираюсь страдать. Не, вот первый старт был нормальный, отлично. Второй старт... Поэтому вот когда делаешь вот это релопит, а я на... Эй, боль. Караванами пытать это... 135. Что, пора, наверное? Блин, Лёшин этот лучник, у меня просто, точнее, прашник. О, мушкеты пошли.
Мне прям ты хоть сам строй лучников. Ладно, давайте ставим тогда пока. А, это средневековье. Ладно, ставим на кавалерию. Я же пытаюсь найти какой-то холмик. Здесь построим лучника. К сожалению. Мне надо ускорить лучников просто. Мне нужно 3 лучника. Ну, ускорить машиностроение — это задание от города. А что там? Какое задание у Стокгольма было? А, так я его выполнил? Нет, озарение для машиностроения не выполнил. И арбалетчика. Так. Нам Мадул встретил. Да, ты не видишь, кстати, нормального развития. Надо тут делать гормоны. Слушай, неужели тебе там некого вармонгерить у себя где-то там? Так мне деньги нужны, понимаешь, чтобы вармонгерить. Я тебе предложил нормальную сделку. Это вот та же нормальная сделка, да. Это ложь. Вот, Лёш, помнишь, в прошлый раз играли, когда Грей просто ко мне приплывал, пытался у меня там что-то фарос отжать или еще что-то. И что? А я не принял сделку Грея, строил флот и воевал с ним. И что? И испортил отношения. Понимаешь, у меня один город был всего. Так, он не морская нация. Вот. Ты просто дипломатишь через ультиматумы, видишь, никто не хочет с тобой договариваться. Вот смысл, например, американцу с тобой договариваться, если там, например, нет никакой гарантии, что через 10 ходов ты такой не придешь и скажешь, а вот давай ты мне еще вот это давай, а потом вот это давай. То есть это обычная практика общения с террористами. Террористам нельзя идти на уступки, иначе они будут требовать и требовать. Значит, да, будешь требовать все больше и больше. Блин, как мне тут пройти? Как бы я тоже начинаю строить флот, поэтому good luck, братан. Ура, ура. Да, русский слушает. Ты уже все сделал, что мне надо было. Там, спасибо. Самое забавное, Хохол играет за Россию. Ультимативно это, как диссонанс ультимативный. Смотри, кстати, как ты собираешься сжечь мой Ярославль? Тут всего одна клетка воды, типа, рядом с ним. Он все с одной клеткой воды соприкасается. Я сейчас, честно, туда поставлю какой-нибудь апнутый юнит морской и буду просто дефать эту клетку. Как ты собираешься грабить? А ну. Как это, понимаешь? А, ты хочешь эти еще пограбить? Жемчуг, типа, разграбить? Ну ладно. Пройдет, не пройдет? Не прошло, видимо. Блин, он-то на Нарилу захватили. Перс предложение. Араб предложение. Так чувствую, Алексей будет сегодня. Что будет? Будешь космонавтом сегодня? Да-да. Наука у него хорошая. Этот китаец, да, предложение. Надо его нападать. Он заключил союз с ближайшими соседями. Подожди, кого я обманул? Кого я обманул? Надо, ребята, он сейчас оторвется и все. Он на танках к вам приедет. Я, скорее всего, к тебе приеду первым. Избавлю карту от злого человека. Да, злобного вармонгера. Я уже момент не буду жить, мне кажется. Слушай, Соло, мне кажется, если Леша на тебя поедет, то все золото будет дать. Я не понимаю. Ну, давайте Леша победу, блядь. Играем, что вы сам делаете?
Мы с Инвиктусом, по-моему, неплохо развиваемся. А мы неплохо воюем. Да. Так, ускорил. Я не ускорил машиностроение? Ускорил. Так, первого посла опять ставим. Кампус, юниты. Так, здесь... Ну, пока не хочу учетные банки, пускай пока на науку идет. В золотом веке. Может, в темное опять сваливаться, кстати. Тоже неплохо. Так, и отправляем в нанмодол. Что это был за тяжелый, полный боли вздох? А вот, знаем. Сипика бегает. Мне надо... Из Вацика. Вот, из Вацика не бегает. Испилить. Давайте, наверное, коляски строить потихоньку. Вызов какой, победить американца на его континенте. Ну или просто разбить свои, все свои войска об него на его континенте. Это нормально. Я тебе могу сказать, что у меня еще не один такой юнит, чтобы я не попал. Ну, кроме тех, которые раньше. У меня ни один юнит не погиб, кроме тех, которые раньше. Блин, соло, конечно. Город будет последний, который я вообще буду в этой игре ставить, скорее всего, там, где мечник мой стоит. Я проиграю американцу, только захвачу у него три города, и они сгорят. Но я ему проигрываю. Но я три города у него захватываю. Блин, я просто... Кажется, он сейчас упадет. Ну, если, конечно, он не успеет выйти мушкет, а с его наукой он не успеет выйти. Так, а нафига я картографию открываю? Отлично. Может, мне в мушкеты такие тоже идти? Ну, это мои, конечно, планы. На 5 стены построил, да. Ирс, а ты собираешься селиться ниже Шахар и Кумис? Ну, на реке я. Где? Вот здесь. А, ты уже поставил, да? Да. Так, а слушайте, тут Магнуса уже можно пересаживать. Ко мне вот сюда вот. Куда? Я вот эту правую селитру выкуплю. Да, да, окей. Давайте вот сюда Виктора как раз заменим. Где Магнус? Так, Мокшу посадим. Приятный. Какой город? Пипикисис, наверное. Юнитами скольки походил, что и повысим кого? Эти Рейну. Ну а что, не удвоилось, не понял. Бонус соседства центра. А, нет, нету гавани еще. Купим здесь торговца. Мне из каждого города надо отправить караван в
Русский предложил. В Грецию. Блин, я только... Я принял его, а потом понял, что я принял его зря. Почему? Потому что у меня было кофе и так. Ну, сейчас оно будет там через ход. Чё ты, Виктор, встаешь, мы с тобой заключили, а ты ко мне ни одного каравана не отправляешь. Два. А, нет, два, да. Ну, два, а я к тебе. Ребята, у кого есть в магазине купить этого ученого? Нельзя его отдавать Алексею. А что за ученый? Мгновенно создает уровень университета, университет дает плюс 2. Хороший ученый, спасибо. Я, пожалуй, займусь им. Взял, спалил контору. Что, он не видит, что ли, что смеется? Я не видел, честно. Не успеваю ходить. Еще ничего не успевает. Успеваешь, ребят. Кстати, меняем на торговую республику. Так, подождите. Не надо никуда послание. В балет я не буду отправлять. Поэтому центры коммерции плюс 2 влияния, учетные банки. И что? Может, шпионов побыстрее что-то построить? Так, есть. Теперь... Я надеюсь, ты столько армий себе настроил, чтобы защищаться поставил. От грека. Ну, наверное. Не. Это будет его. Это будет его маленькая месть. Вообще. Селитр у меня есть. Кстати, я верю, англичанин, а селитру тебе кто дал? Ну как она у меня... район стоит. Подожди, а ты же сказал, что у тебя селитры нету. Чё ты, наврал? Я просто не заметил. Ни хрена себе не заметил. Две селитры у человека не заметить. И одна, которая рядом со столицей. Здорово. Дезинформатор! Ну так это война, извините. Так, что отсюда уже бегает, что ли? Видишь, ну, американец, а можно было просто... Я отдал один город и играли дальше. Война. Это место расселяться, просто немерен. Ничего, ничего. Да, ловень. Ты тоже уже не выиграешь. Не, ну Александр, в некотором смысле да, то есть если ты подселяешь людей, то будь готов к тому, что им и у них я просто не будет места. Даже. Нет, 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 не то, что подселяешь, просто это как бы, ну, я говорю, что у меня не было, ну, места нормального, я попросил, ну, вот это место не трогать, я тебе поставил мед, ну, поставил твой город. Ты поставил метки Манчестер и Бристоль, я тебе там города не мешал ставить. Нет, я еще одну поставил тебе вот под этот. Для твоей штуки. А ты хочешь сказать, чтобы ты мою столицу полностью окружил, а я должен смотреть спокойно на это был, ну, да? Это вообще. Витус, а что это за выкуп селитры под Афинами? Вот некрасиво. Так, индустриализацию ускорили, можем больше торговых путей. Давайте здесь, отсюда бегает вообще что-нибудь? А, бегает. Из Мистовасиса бегает? Вот, из Мистовасиса не бегает. Кажется, мне Кри... этот... А, Перси, ты хотел с китайцем дружить. Пошел распил. А кто еще на него напал?
Грек? Ну, он сказал, лишь союзы, нет, все. Обидел. Эх. А я надеялся, что мы тут втроем альянсом будем. Друг за Но другом. Мы можем вдвоем альянсом. Вдвоем. Мне интересно, что воевать. Два проекта тут же нет в библиотеке, да? Ну, так серьезно. Веди войска, давай воевать с Китаем. У меня с китайцем союз, я не могу с ним пока воевать. Ох. Ну я тебе могу делиться. Чем-нибудь. Ну, чисто технически, я же не нужен вам, чтобы выносить китайцы. Я типа сижу себе спокойно, никого не вмешиваюсь, соблюдаю, не сохраняю нейтралитет. Может, мне тоже китайцев купить? Ну, подключайся, если хочешь. Не, мне просто китайские города, ну, не нужны объективно, типа там ничего интересного. Кто где там по науке? Че, все, короче, решили халявить? Ну, оружейную я не построю. А вот два арбалетчика построю. Мне еще надо, тем более, арбалетчика апнуть. Так, дальше мы идем в национализм. Мне хотя бы Нью-Йорк и был бы вот нормально. Хотя бы два города на производство. Полностью мою столицу окружить, даст офигенно. Да, там до твоего столицы еще 9 клеток было. Ну, не поставил бы туда город. А ну, у нас между столицами 10. Нападай. Перс. Какая перс, разница? Перс, ты сразу не нападаешь? Тут... Что, что? Что? Тут механика. Подожди, я не нападаю. Если хочешь... Да, да, подожди, потому что мы по-разному будем грузиться сейчас. Да, окей. Всего. Понимаешь, что тут механика такая в шестерке, что если даже я твою столицу буду захватить, то мне все равно никакого от этого не будет. А кто нам убежать. Считает с китайцем? Так, тяжелая колесница. Никто не будет, да посчитай. Три. Да, русские слышат, что там. Тут русский, по-моему, новости слушает. Я не новости, мне просто человек из Германии звонит параллельно. Я немножко отвлекаюсь. Инвиктус, предложение. А кто построил Петру? Кого убить, да? Так, блин. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Русский, шесть, я семь, восемь. Девять, так, давайте. Еще раз, русский что? Катапульты. Чтобы подстраивать. В смысле? Какого золота? А, уже забыл, да? А, да, все вспомнил. Ну, типа, ну у меня всего 100. Ну, давай, я буду набрать. Так, еще раз, сколько ты денег хочешь? Сколько я тебе дал, столько и дай. Есть рост, точно. Тут нет. Точно. Тут рост. Это китайцы говорит, да? Рост. Да. Рост. Рост. Что правда, то правда. Производство. Да, было бы неплохо валиться темный век. Очень, кстати, быстро начинается, видите, 81 еще на 9 ходов раньше, чем требовалось бы. Так, рост, рост. Все растет. Так, наши скауты вообще бегают, что делают. Так, а кто на кого Пекин? Перс напал на китайца, да? Да. Так. Считай. Блин, ты конечно, ты кроме юнитов что-нибудь строишь еще вообще? Нет. Перс. Да. Бери
своего скаута, который на моей территории, за границу ты мешаешься. А, да, да. Даже не знаю, что делать. Даже не знаю, китайцы. Ух, у меня вот то же самое. Китайцы, тебе деньги пришли, мы? Что там, во-первых, делать библиотеку и универ, да, сразу? Понимаю, что происходит. И все университеты, это две науки. С твоей стороны некрасиво это бить в тыл. Воюйте сами. А, ты хочешь у меня вот эту деревню Хандай, что ли? Нет, я просто не слышал тебя со мной воевать. А, Пекин. Я думал, Перс со мной Пекин претендует. Перс, я готов. А, блин, так, да, ну ладно. Ну поехали, ладно, все. Люкс, а что ты сейчас принял? Что я тебе посылал вообще? Проход. Да нет, коляски. Коляски вообще могут мушкетеров. Оливки и чай. Ни с кем я не торгую оливки и чай. О. Опа, нифига себе. Оливки у симбиоза есть, а чай... Чай ни у кого. Попробуем чай поселиться в Ярослав. А у вас что, союз Англии? Русские предложения. На меня англичанин напал, пацаны. А чё я там напал, господи? А ты лодочкой. Ой. На русские предложения там все кину. Китай, ты тогда скажи, как ты готов. И пусть нам посчитают. Следующим ходом приму сейчас. Раз мы в начале хода там своими делами занимаемся. Так, у меня 8 городов, да? Даю себе установку. Должно быть 8 караванов из 8 городов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, да, 8. Все бегает. Отлично. Магнус занял. Есть универ. Теперь промышленная зона. Ну тут нету производства особо в этом городе, поэтому давайте построим промышленную зону. Перебрасываем шпиона к греку, будем у него пытаться тырить. Мисс, я загружу, ну я готов. Кому нужны алмазы? У меня много я алмазов. Я тоже готов. Так, сейчас я там кому-то обещал попринимать эти. Араб, посчитай нам. 3, 2, 1. Меня услышали, нет? А, да. Микрофон поднят. Англичанин хочет прям воевать со мной. Нехороший человек. Ты видишь, он тут главное зло на этой карте? Просто
Снесите ему кто-нибудь там что-нибудь, пока он... А сейчас меня уже снесут, у меня войско заканчивается. Так а что тогда твое войско делает возле моего Ярославля, если у тебя там все заканчивается? Оно, понимаешь? Оно сейчас, подожди, Инвиктус, я проверю, нет ли у меня... Оно несет демократию. Рады. Ну, я не вижу над ним американского флага. Все, что не под американским флагом, фейк, а не демократия. Это англосаксонская. Понимаешь? Давай, Вик. Я послал. Но я тебе... Я тебе опять послал в ответ. Отказывается от договора. Кто? Ты, мне написал Витус, отказывается от договора. Ну, значит, кто-то там... Я сейчас еще раз пошлю. Значит, был несколько. С великими людьми. Инженер классный. Великий ученый. Так, ну инженера я забираю. Торговец классный, кстати. Мне пора в России. Да, по каравеллам почти урон не проходит от лучни, от этих, от арбалетчиков. Вообще пофиг. Арбалетчик. Тут 35, может, запретный город построить. А чё, мы уже воюем? А, мисклик, сорян. Вот, честно. Ну, ударь кого-то. Я реально вот нажал на рыцаря и да, короче. Ну, ты готов вообще? Да, да, я загрузился. Ну, давай. Так. Англичанин, убирай отсюда свою каравеллу, давай, по-хорошему. Да, уберу. Ты все равно 4. Ярославль не возьмешь, типа, при всем желании. Ну, поспорим. А, посчитай нам, пожалуйста. Но это будет долго, это будет уныло. 3, 2, 1. Просто у меня арбалетчик получил повышение, сейчас я его прокачаю против морских юнит. Вы как бы со самбо наступит. Со самбо! Есть одна клевая штука. Это тест. Потестим. Нет, англичанин, надо говорить тусак. Это он не понимает. А есть, этот, карточка какая-нибудь против морских юнитов чисто. Что-нибудь такое интересное. Да, Лян у нас я тебе сейчас, сидит. Ярославль, когда сожгу, я тебе скажу. О, я нашел. Кое-что интересное. Ну, нужно делать такие вещи. Фингалу. Блин, ну всего лишь 400 голды, и все. Я отстаю. У тебя Ярославль, смотри, какой хороший. Обойдешься, лол. Ты, сейчас у меня сейчас этот. О, у меня тут еще кампус не поставлен. Боже, я совсем забыл про него. Куплю да. Их сразу, потому что деньги есть. Понимаешь, зачем кампусы. Мне платить деньги, которые я могу потратить? Тем более, на понимаешь, каравеллы. Деньги есть. Тем более. Ну вот нафига. Я сейчас в каравеллу выйду, типа через пару ходов, и просто куплю каравеллу и. Ну, удачи, братан. Где-то я это слышал. Ты не возьмешь этот город, я тебе серьезно говорю. Переименуй Ярославль в «Удачи, братан». Так, мне даже вот стало интересно. Так, трирема. Это просто квест. Американец, сади меня, забирай, короче. У меня сейчас другой квест появится. Мне нужно доказать человеку, что он не прав. Раз, два, три, четыре, пять, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Так, ребят, просьба на меня никому больше не нападать, у нас тут личный счет. Надо 18 мне, я хочу 18. Я послал. Хочу 18. Я ставлю 7 ходов. Кампус создать. Я к тебе шпион не посылал, ты ко мне же посадил. Будешь им давать. Да, буду деньги воровать.
Как бы, как видишь, я открыто это делаю. Какая разница? Я могу еще сказать, что я к этому кораблю посадил. Блин, не успел ничего сделать. Ладно, так кто послал Петру? Я готов, Китай. На район я нет. Ну, видимо, реформа денежного Китай. Обращения. Араб, считай, пожалуйста. 3, 2, 1. Так, инженер. Чиницу надо будет доделывать. Попробовать этого торговца выкупить. Когда он еще не совсем ходов осталось. Где он появился? Вот тут. Да, арбалеты там 6 уровня. О, еще и запретку надо достроить, кстати. Даже, наверное, запретку важнее. Так. Давайте купим тут строителя. Надо вырубать здесь. Так, еще раз посчитаем наличие у нас колесниц. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Мне еще 5 надо колесниц. А катапульт у нас сколько? 4. Пульт надо побольше, давайте. 5, 6, 7, 8, 8 пока. Да, арбалетчик там требовался кому-то. Что еще требуется? Ну-ка. Ну, кстати, англичанин, даже если ты его возьмешь, я все равно его возьму назад. Так я его сожгу просто и все. Ты не сможешь его, не успеешь его сжечь. Он же не одним ходом сжигается. Два арбалетчика. Против каравелла я не сможешь его сделать. Я его захочу. По имени. Выносите его быстрее, ребят, кстати. Американец. Я не понимаю, как ты можешь Ярослава потерять? Что он... Блин. Да я не думаю, что я его потеряю, но я все равно. Но он так убедительно говорит, что я чуть-чуть боюсь. Стены! Стены, мушкетеры и вперед. Мушкетеры апнуты. Я не слышу, что ты говоришь. Да. Я говорю, давай считаться в начале отложим года, пока. А то я не успеваю просто. Давайте астрономию. Ну, я готов, в принципе. Ну, жалко чеченицу, конечно. Ну, теперь я. Да, ну тут хорошая так, территория. 3, 2, 1. А, тут. Ладно, здесь надо. Тоже в темный век попал, да? Нет, нормально, а чё? Вот 3 катапульты, тут 3 катапульты. Ну, значит, тут просто все вырубим под Магнусом. Кто мне не даст свои военные союзы? Раз такое дело. На этой карте. Давайте катапульту еще одну. А, ну и все. Нет, подожди, нет, это 3. 3 раза, ну, еще одну где-то катапульту надо построить. Давайте здесь. Объявишь войну перцу? Давай, я объявлю, мне все равно, давай. У меня хоть какой-то... Кто-то. Так мы с тобой воюем, Англия. Так надо замириться. Отваливай от меня, англичанин.
Просто блин, плавает. Надо вырубить, то есть лес и пересаживать, да и это... Проваливается. Да. Рис. Это я. И пересаживать. Пока по-хорошему, прошу. Потом будет... Там вы по-плохому. Я слышу, я... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, Алексей, десять, дай 10 голды. 12, 14 строю. Я не знаю вообще, как я выживаю, честно. 14 строю, значит, еще 4 еще колясочки надо будет. Это кому, китайцу надо, да, дать? А мы не можем, мы еще пока не можем. В смысле, литье открыл? Перехода еще. А как я открыл, не понял. Да ё-моё. 28 науки, как много. Кстати, что по науке у нас тут? 139 у города. Ну, слушай, с такой наукой у тебя есть шанс выстоять. Блин. Не доделал. Ну, две бомбарды надо. Поздно. Остановиться. Две бомбарды. Это я не сделаю. Да тут не договорились. Селитровую шахту. Так, тут у меня тут была селитра вроде. Это кто говорит? Это говорит террорист, который угрожает всем и нападает. Так, блин, селитровую шахту не могу сделать. Не до... Вот селитра, но в четвертом радиусе. Я хотел. Точно нет, потому что я обычно не вижу эти. Просто один город. Ну как там взятие города, ну, расскажи. А, нет, построились катапульты. Как там твои дела, англичанин? Не успела. Чё-то как-то ты переоценил себя, по-моему. Я же сказал, 7 ходов. Я готов, Перс. Я тоже готов. У меня просто сейчас военный район поставится, вот там, где арбалетчики стоят, и я буду, ну, с удвоенной силой защищаться. А там двумя ходами построится. А там двумя ходами построятся средневековые стены. Два, как бы, кулак. Один. Ты будешь просто их убивать. You already dead, my brother. Yeah. Давай. You just. Don't know it yet. Так, значит, 14. Сейчас на одном языке говорить. 15. Я ж хохол, я говорю на общеевропейском, ты не понимаешь ничего. Это понятно. Да нам. 15. Да нам, варварам из России. Вот, знай свое место. Да. И 18-я коляска. Все. Армия у меня готова. Дальше чисто развитие. Так что это и вся твоя армия, что ли, англичанин? Все две каравеллы? Это все? Ну, не на что апать, понимаешь, больше. У меня тут моя армия сейчас умрет. Я займусь тобой. Плохая идея на американском веке. Ой, кажется, у меня лишняя катапульта построена. Отличная идея. Что может пойти не так? Он мне игру испортил нормально. Да я себе никак не испортил, честно. У меня вот как все было, так и осталось. Тебе, да, тебе поднастрал. Но ты мог бы спокойно просто отдать один город и... Я бы тебя не ожидал. И смысл мне отдать город? У тебя вокруг моей столицы одни города в пяти клетках. И офигенно, я должен смотреть спокойно. У меня нет промки, понимаешь? Даже если... Да мне без разницы, что у тебя там нету. Ну все, ты видишь, я предложил, ты отказался. Мне тут без Нью-Йорка, без этого нечего делать. Вначале все договорились, не воевать, все нормально. А сейчас взял полностью, где его испортил. Офигенно. Так, ну и это... Ну просто смотри, логика, вот моя логика. Я смотрю сразу, оцениваю свои шансы здесь на карте. Я примерно понимаю, сколько у меня будет промки там на 100-м ходу.
и что я буду делать. Я просто понимаю, что, ну, типа, я как бы не выиграю без этого момента, что я на тебя... Так, две бомбарды было, надо... Другое было, конечно, гораздо... Я готов, Ферс. Да, я готов. И то апнул. 3, 2, 1. Что ж ты врага при помощи рыцаря? Может, никого... Да варваров нету никаких. Блин. Американские мушкетеры. Что там, англичане? Сколько ходов мне еще ждать, когда ты в Ярославле возьмешь? Каждый... Меня, я тебя... Ты каждый ход будешь спрашивать? Да, я просто жду, понимаешь? Человек наугрожал мне, и теперь я жду. Ферс, ты в темном веке. Меня ты загнал своим нападением в обычный век. Не удержишь этот город. Его изнасилуешь сейчас до одного зрителя, и все. А, и так, продолжим. Вот, я ты примерно... Ты мне мир предлагал. И получается так, что мне либо сидеть тут просто так, как, знаешь, какая-то ГГшка до там 150-го хода, смотреть, как кто вылетает, либо попытаться... Тебя забрать. Но так как ты американец, это делать очень тяжело. Но сидеть до 150-го хода тоже как-то, понимаешь, что у тебя нет шансов на победу, но тоже не весело. Поэтому, ну, я выбрал. Ну что решать с тобой будет? Я тебе предлагаю мир, мой город мне обратно, и ну, небо и... Ну, потому что смотри, да. По боевой мощи я тебя уже вот обогнал. Я продолжу тебя обгонять по боевой мощи. Я заберу Шиньян. Зачем вот это вот все? Окей. То есть все, не воюем. А Шиньян забираю я. Ну все, я тебе мир кидаю, да? Ты можешь уже? Да, уже можем. Вот видишь, ребята договорились, один город, все, не воюет. Все, но Шиньян мой. Так он отдает ему город, да, да, его город отдается ему. А ты требовал чужой город себе. Есть разница, не, нет? Ну, Леш, ну ты прекрасно понимаешь, что ты первый раз играешь. Если ты, ну, анализируешь там свою расстановку, вообще свое стартовое положение. Да, ты все про сорт, ты все правильно делал. В твоей ситуации вообще нужно было идти на дволвов. И вообще просто печаль, просто печаль. Просто тебе не повезло, что ты американец на своем континенте сосед. Если бы у тебя был бы кто-то другой, да, может, да. Что-то типа. Ну, просто, понимаешь, он бы дальше бы просто бы приехал там. На этом пока все. Продолжение запланировано на завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!